Мужчина был остановлен на маршруте патрулирования «Инжирная политехническая» сотрудниками ДПС. У водителя автомобиля марки Nissan 40-летнего мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался. При составлении административного материала водитель вел себя вызывающе, оскорблял сотрудников полиции, сел в автомобиль, пытался скрыться, к нему была применена физическая сила, специальные средства. Автомобиль будет эвакуирован. За отказ от медосвидетельствования на водителя составлен административный протокол. А за неповиновение сотрудникам полиции суд назначил приезжему наказание в виде 3 суток административного ареста.